Всем привет, друзья, меня зовут Макс, и сегодня у нас будут угарные техномемы. Погнали! Когда долго просил купить тебе компьютер для учебы, и родители реально купили тебе комп для учебы за 10к с медиумом и без видеокарты. Ну да, лайк, если жизненно. Вот это из мультсериала «Рик и Морти», шутка про Ксас, фу, вэ. AMDFX горит, нехер было повышать вольтаж, ну, горячий процессор. Вот это Nitro Xenus XS, вы дураки, я видел я это видео полностью, жалко пацана, он кричал: «Мама, я тебя люблю, я не хочу умирать». XS взрывается. Вот это тут человек какой-то проходит обследование, и у доктора просто вылез биос. Кто-то пишет: «Разгон дед», ему отвечают: «На атомы». Чики от Лони, это как чики бомбони, только с процессором AMD. В челнах консультантом видео сломал челюсть покупателю за то, что он задавал лишние вопросы. Ты спрашиваешь меня, что купить, но делаешь это без уважения. Ух, опасайся Бригман таких консультантов. Пылесос работает. RX 5700 HT. Ты бросаешь мне вызов? Ну да. Увидев эту фотку, девочка затопила соседей. Ну, это Олег Компуктер, мой хороший друг. Я собрал новый и мощный ПК, лучше не буду хвастаться друзьям, у них же там старые ведра, а не компьютеры. Тоже я спустя минут, и как начинаю всем хвастаться, какой у меня классный новенький игровой компьютер. В его песнях заложен огромный смысл, но ты будешь слушать Тимати, потому что это модно. И тут хвалебный рэп про Гигабайт, Мэдди Мурка. Лайк, если видел это видео, кстати. Опять лампу вместо БП подсунули, ловушка модного мрака, и там лампочка в блоке питания. Действительно интересно, как такое вышло. Я покупаю Arctic MX4 вместо кончившейся JD900. Батя, изумительно, наконец-то нормальная, блин, еда. Ха, ну типа вместо майонеза, наверное, на хлеб мазать. Ну да. Страйкболом, ВТФ, я подумал, это пятка. А я думала, сова. Я открываю окно в автобусе в плюс 30. Бабка, разгоняем FX на жидком азоте. Минус 196 градусов ремонтяша. RX 5700 PCI Express 3.0, RX 5700 PCI Express 4.0. Не особо понял мем. Кстати, недавно я написал книгу «Как продать что угодно лоху на Авито». Ее уже прочитали 5 раз, поэтому по ссылке в описании можете ее взять. Ну а на сегодня это все, с вами был Макс Максимов. Всем пока. Ссылки на все паблики, из которых я брал мемы, находятся в описании. Не кидайте, пожалуйста, страйк.